Офицеров внести. Далее. Ну. Шагом. Ва. Памятного знака в честь стратегических ракетчиков. Ваши громкие овации. Для торжественного открытия мероприятия к микрофону приглашается председатель Пружанского районного исполнительного комитета Юрий Юрьевич Бесун. Уважаемые участники мероприятия, 2 апреля народы Беларуси и России отмечают День Единения, праздник, символизирующий для наших людей общий выбор пути развития, связь истории, современности и будущего. Не случайно именно сегодня, в этот день, мы открываем памятный знак в честь людей, посвятивших свою жизнь службе в ракетных войсках стратегического назначения. Ударная по своему назначению и сдерживающая внешней агрессии, по своей сути оружие стало одним из важнейших факторов послевоенного развития Пружанского района. Холодная война дала резкий толчок наращиванию вооружения во всем мире. Противостояние сверхдержав вылилось в настоящую гонку вооружений, когда никто не хотел уступать своему противнику. Создание ракетных войск стратегического назначения стало логичным продолжением в развитии военной мощи СССР. За время своего существования она прочно заняла одно из ведущих мест в системе обеспечения безопасности и обороноспособности Советского Союза, став надежным щитом для страны, гарантом мира и безопасности для всего государства. Несколько десятилетий на нашей земле дислоцировались ракетные войска стратегического назначения. Через службу у них прошли тысячи солдат и офицеров со всех уголков, когда-то общей нашей Родины. Для кого-то Пружанщина стала домом. Памятный знак, который мы открываем сегодня, год исторической памяти, призван не только напомнить о доблестном военном прошлом Пружанщины, но и сыграть важную роль в гражданско-патриотическом воспитании нашей молодежи. Обращаясь к молодому поколению, хочу отметить, что Беларусь всегда была страной мира, дружбы и добрососедства. Это аксиома записана в основном законе нашего государства. Белорусский народ, как никакой другой, знает цену мира и не допустит повторения войны. Дорогие друзья, в этот замечательный день мы собрались с вами, чтобы отдать дань уважения людям, которые, обладая самым
смертоносным оружием на планете, смогли не допустить ни одного боевого пуска этих ракет, сохранил для всех нас драгоценный мир. Крепкого здоровья всем вам и мирного неба над головой. Спасибо. Биполярный миропорядок, установленный в результате Второй мировой войны, по ее итогам, казалось бы, надолго установил на планете равновесие и мир. Однако на деле оказалось совсем по-другому. Вчерашние союзники по антигитлеровской коалиции стали злейшими противниками, готовились сойтись в жесткой схватке, чтобы уничтожить друг друга. Появление ядерного оружия поставило мир на самый краешек пропасти. После США, спустя время, СССР и сам создал ядерную бомбу. С этого момента угроза гарантированного взаимного уничтожения стала лучшим гарантом мира. 17 декабря 1959 года решением советского правительства был создан новый вид вооруженных сил – ракетные войска стратегического назначения. Появление ядерного оружия стало предпосылкой дислоцировать на Брещине 31-ю ракетную дивизию со штабом в городе Пружаны в составе 5 полков. Итак, дорогие друзья, право открыть памятный знак – предоставляется Юрию Юрьевичу и Владимиру Сергеевичу. Вам попрежде золотые погоны средь бущанских лесов вынесли свою службу, мощь союза храня, а еще свою дружбу. Среди пинских болот и среди черного леса и жена офицера отнюдь не принцесса. Стихотворной строкой разве мне передать мощь стратегических ракет и стальную их стать, что стояли на страже покоя страны, этой памяти мы и сегодня верны. И чтоб кто-то не выдумал, это, мол, пыль. Пусть ракета стоит, обращенная в небо. Уважаемые друзья, этот день приобрел особый оттенок, ведь именно сегодня мы празднуем День единения народов Белоруссии и России. Мы не можем обойти стороной это событие, поэтому дарим всем присутствующим следующий музыкальный подарок. Для вас поет Татьяна Полосьмак. Моей любимой Васильки, все хуже.
большим удовольствием и уважением мы предоставляем слово заместителю командира 31-й ракетной дивизии, который был на должности с 1986 по 1989 год. Итак, приглашается к микрофону Василий Степанович Руденко. Здравствуйте, дорогие жители Пружан. Мне очень приятно сегодня находиться на этом празднике. Я хочу передать большой привет всем жителям города Пружан, ветеранам ракетных войск стратегического назначения, прежде всего от командующего ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковника Каракаева, от первого командующего ракетных войск генерал-полковника Соловцова, от Союза ветеранов ракетных войск стратегического назначения. И мне поручено зачитать приветствие от администрации президента Российской Федерации, которое подписал помощник президента Российской Федерации Владимир Ростиславович Медынский. Рад приветствовать всех организаторов и участников торжественной церемонии открытия памятного знака в честь стратегических ракетчиков Пружана в Брестской области. Город-герой Брест, знаменитая Брестская крепость, вся Брестская земля стали примером героизма и самопожертвования воинов Красной Армии, первыми принявших неравный бой с немецко-фашистским агрессором. Послевоенные годы создание и становление ракетных войск стратегического назначения как вида вооруженных сил СССР способствовало обеспечению сверхнадежной защиты рубежей нашей Родины. На вооружении РВСН находилась передовая, не имевшая аналогов в мире, одноступенчатая баллистическая ракета средней дальности наземного базирования Р-12. Открытый сегодня в Пружанах памятник в знак в виде ракеты – наша дань памяти создателям, руководителям, офицерскому и рядовому составу РВСН, тем самым, кто стоит на страже мирного неба над головой. 3 года назад под Московным Одинцово-Российским военно-историческим обществом был открыт памятник Герою Советского Союза, главному маршалу артиллерии, первому главнокомандующему РВСН Митрофану Ивановичу Неделину. Благодарю всех вас, всех ветеранов, всех организаторов и участников торжественной церемонии открытия памятного знака в честь стратегических ракетчиков и желаю всем крепкого здоровья, стойкости духа, мира и всего самого доброго. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Спасибо. Слово предоставляется председателю Координационного совета Брестской организации Ассоциации ракетных войск стратегического назначения Владимиру Сергеевичу Корсакову. Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы отмечаем значительное событие. День единения России и Беларуси. В честь этого праздника мы решили открыть этот памятный знак, посвященный стратегическим ракетчикам. Стратегические ракетчики приняли эстафету от людей, наших отцов и сестер, и братьев, и наших матерей, которые победили в Великой Отечественной войне фашизм. Мы с честью в течение более 30 лет несли боевое дежурство по защите нашей Родины Союза Советских Социалистических Республик. Создав ракетные войска, нам вручили очень грозное оружие. И мы в мирное время выполняли боевую задачу. Приказ о заступлении на боевое дежурство звучал так. Дежурный боевой смене 56-го ракетного полка для выполнения боевой задачи особой государственной важности на боевое дежурство заступить. Это были те войска, которые в мирное время все время находились на боевом посту. Многие
жены, конечно, знают нашу службу. Не умаляя роль и достоинство всех видов и родов вооруженных сил, мы говорим, мы не хотели войны, но мы были готовы в течение 3 минут после получения приказа нанести сокрушительный удар любому агрессору. И нам хотелось бы, чтобы население знало, что надежный щит и сейчас у нас, так как мы находимся в едином государстве с Россией. Беларусь не имеет в настоящий момент ракетных войск, но мы находимся под ядерным щитом России. Все страны наших союзных независимых государств, которые ходят, они также находятся под этим ядерным щитом. Будьте уверены, что мир будет сохранен. И нам хотелось бы, чтобы это понимала наша молодежь. Наша молодежь, в первую очередь, завоеванный мир был и для нас, и для будущих поколений, и особенно для вас, и для ваших детей. Спасибо. К микрофону приглашаются заместитель председателя Комитета по обороне Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Евгений Станиславович Зайцев. Уважаемый Юрий Юрьевич, Василий Степанович, уважаемые приглашенные гости, дорогие ветераны ракетных войск стратегического назначения. Время неумолимо бежит вперед, унося в историю события, факты, судьбы людей, тех, которые стояли у истоков формирования создания ракетных войск стратегического назначения, тех, кто защищал нашу Родину, хранил мир, покой на нашей земле. Символично, наверное, что вот 1 апреля 1959 года на базе 83-й авиационной дивизии была создана 31-я ракетная дивизия, и уже с 1961 года была передислоцирована в город Пружаны. Тяжелая судьба была воинов-ракетчиков. Новое грозное оружие, освоение новой техники, новые типы вооружения, участие в испытаниях на Тотском полигоне. Все это пришлось на судьбы тех, кто защищал нашу Родину в 60-е, 70-е, 80-е годы. Я благодарен судьбе, что я в числе последних воинов-ракетчиков, молодых лейтенантов, прибыл сюда, в город Пружаны, и моя жизнь была связана с ракетными войсками стратегического назначения. 56-й полк, вот это общежитие, которое воспитывало меня, те офицеры, которые вкладывали в меня душу, учили, как жить, учили офицерским традициям, и вообще Пружанский гарнизон на тот момент более 25 воинских частей. Это была дружная, большая военная семья. Моя родина вторая, я считаю, это Пружана, потому что здесь родились мои дети. И сегодня поколение тех, кто служил, жил на этой земле, сегодня прославляют воинов-ракетчиков, прославляют нашу историю и нашу страну. Символично также, что этот день, 2 апреля, день единения Беларуси и России, мы открываем этот памятный знак. Союзное государство России и Белоруссии, наш братский славянский союз, несмотря на все события, несмотря на все перипетии, ничто не смогло сломить, потому что у нас единая история. У нас единые традиции, у нас одна общая победа, которой мы дорожим, которую мы помним, передаем из поколения в поколение. И обращаясь к молодым людям, школьникам, студентам, я сегодня хочу сказать, цените, помните подвиг своих дедов, прадедов. Сохраняйте историю, берегите все то, что сделали до вас старшее поколение. Это дорогого стоит. Любите свою малую родину, любите пружанщину, школу, родители, родной дом.
и прославляйте свою землю, где бы вы ни ходили, на каких этапах судьбы дальше не сложилась ваша жизнь. Я поздравляю всех сегодня с этим праздником для города Пружан. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, благополучия и всего самого доброго. Спасибо. В этот поистине праздничный день для всех присутствующих звучит песня в исполнении популярной артистки города Бреста, солистки городского оркестра духовой и эстрадной музыки Марины Житиневой. Встречайте! Предоставляется
председателю Совета ветеранов ракетных войск стратегического назначения города Пружаны Владимиру Николаевичу Фролову. Уважаемые жители Пружан и приглашенные гости, от себя лично и от всех ракетчиков города Пружаны я хочу высказать слова благодарности тем, кто сделал этот замечательный праздник. Это в первую очередь больше 3 лет пробивали это, оформляли документы, все сделали, состоялся. Это благодарность от нас, наверное, от всех, координационному совету Ассоциации ракетных войск стратегического назначения Корстову. Дальше нашему руководству Пружанского района и тем людям, кто делал этот замечательный праздник. Это работники ПМК 21-го, работники коммунальника, зеленхоза, благоустройства. За это им большое спасибо. Ну а главное, что я считаю, и это должно быть у нас у всех, то, что открытие памятного знака – это продолжение того, что мы должны воспитывать нашу молодежь на боевых и трудовых традициях воинов, ракетчиков, ракетных войск стратегического назначения. Спасибо всем вам. К микрофону приглашается доценко Михаил Иванович, член координационного совета. Дорогие окружающие, поздравляю вас с днем, с праздником. Желаю вам всего наилучшего. И по поручению семьи Журавлевых от имени предпоследнего командира дивизии Журавлева Юрия Михайловича, который находился вот в этом здании и много сделал для города Пружана, командуя 31-й гвардейской, брянской, гвардейской краснознаменной ракетной дивизии. Он, конечно, не успел ее издать, но семья его издала эту книгу. Вот книга «Честь имею, судьба мира была в наших руках» Юрий Журавлев. Это был отличный командир. Он прошел путь Пружан из 85-го полка Пинска, потом 403-го полка Пружана, потом командиром дивизии 31-й дивизии, потом дослужился, был начальником штаба космодрома Плесец и командиром космодрома Плесец. Я хочу эти книги вручить в библиотеке, районной библиотеке города Пружан и музея власти. В библиотеке Ружанской школы, пожалуйста, подойдите. И в Шерышевской школе. Владимир Александрович, подойдите. Желаю всем счастья, здоровья, ну и в год памяти, исторической памяти, который год объявлен в Белоруссии. И мы этот памятный знак устанавливаем, такой исторический год. Всего наилучшего! Уважаемые друзья! В память о тех, кто служил в ракетных войсках стратегического назначения, мы просим возложить цветы.
открытию памятного знака в честь стратегических ракетчиков объявляется закрытым!